Всем здорово, с вами HillHearts, и это Darksiders 3. Ну, давайте продолжим. Вульгримы и его демонский язык. Они живут, чтобы кормиться на развалинах мира, который помогли уничтожить. Так и есть. Но, невзирая на свою жажду душ, Вульгрим может пригодиться нам в этом странстве. Так, сюда я совершенно случайно падал, а тут у нас ништяк. Почему я его не видел раньше? Средняя горсть. Ну, короче, души. Блин, скольки же уровней в эти локации. Офигеть. Насколько я помню, мы пробираемся по разрушенному зданию, как бы через которое протекает, ну, дерево, скажем так. Там ничего такого нет. И нам нужно подняться как минимум на самый верх. Давайте сделаем это. Ну и наша первостепенная задача — найти все грехи. А здесь, походу, мы можем лезть, да? Выглядит так, что прям на инфосотку можем лезть. Почему-то нет. Странно. Так, и куда дальше? Сюда, что ли? Не, ну, так затупливать нельзя. Так, ну, в принципе, можно было догадаться. Вот что нужно сделать. Кто в здравом уме догадается до такого, а? Я? Нет. Не то, чтобы я прям совсем не шарю, но... Ну, камон. Это же очень сложно. Ты еще живой? Ну все, ненадолго. Ух, это было сложно. Так, теперь мы можем идти дальше вверх. Мы сначала исследуем вот здесь. Здесь у нас какая-то исследовательская точка. Ничего радиоактивного нет. Опять души. Ну, пока из интересного только души попадаются. Надеюсь, дальше будет что-нибудь более отдельное. Так, смотрим на наличие ништяков по сторонам. Так, пока ничего такого не видно. Пойду направо. Такое ощущение, что нам придется очень много возвращаться. А это не очень круто. Ну, куда деваться? Застряли, камон. Какие-то а-ля часовые. Иди сюда. Добили прям в полете стильно. Немножко на нейроавтомата похоже. Так, здесь мы были. Вроде же вернулся, но как-то не вышло. О, давайте по одному, ребят. Вас можно скинуть, интересно? Наверное, нет. Ну ладно. Так, а будет вот за этой ширмочкой ништяки? Сдается мне, что да. Здесь у нас засада. Так, здесь какой-то поток. Неужели сюда можно подпрыгнуть и нас подкинет? Ну, пока я не готов проверять. Ну, камон, все же согласны, что как будто вверх должно засосать. Видимо, нет. Ну, попытаться стоило. Окей. Значит, идем дальше. Там какие-то души здоровые сверху, надо их забрать. Так, можем в эту дверь зайти? Не можем. Так, нам, очевидно, нужно попробовать наверх залезть. Это можно делать вот так? Нет, нам нужна какая-то промежуточная точка. Например, вот отсюда. Не получится. Либо мы обойдем и там просто спокойно зайдем, не мучаясь. И, кстати, из-за этого безумного прыжка у нас немного душ отняли. Точнее, хпшки. Ай. Во, здесь специально выемка есть. Там уже слез. Ну, сначала души заберу, а потом уже с тобой разберусь. Просто раз ударили и получаем души. Отлично. Хорошо, что мы им все атаки своими атаками прерываем. Это довольно стильно и честно. Так, там все собрали. Очевидно, нам вот сюда. Но вот вопрос в другом, допрыгнем ли мы? И также очевидно, что нам вот сюда. Даже что нам более очевидно. Ну, кто буду я, если не попробую? И ни за что зацепиться нельзя было. Ну ладно. А, даже показывают, дурачок тебе, вот сюда. Ну ладно. Интересно же все посмотреть.
совсем тупо идти так, как заставляет игра. Это не точно. Так, это по ходу сохранения. И торговец. Отлично. Тик по чекпоинт. Шо у тебя есть? Но это пока не интересно. Давай души скормим. А можно, кстати, например, половину уровня прокачать? Давайте ради интереса посмотрим. Так, до свидания. А я хочу, допустим, силу физический урон качнуть. Давайте, в принципе, я, скорее всего, буду физикой бить, ну, миликом. А если нет, то потом, я думаю, можно будет перекачаться. Подтормаживания жуткие. Какие-то исследователи. Какой грозный дядька. Голос клевый. Зови меня Ульта и Черный Молот. Так что, сегодня меня расплющивать не станешь? Ты ведь творец, Лев? Да, когда есть что творить. Наши дни, мои навыки требуются лишь для создания орудий смерти. Это не твоя война. Нет, но и не их. Как и твой совет, всадник. Беспокоен равновесием. Люди, какими бы хрупкими они ни были, тоже часть равновесия. Ты ведь наверняка здесь для их защиты. Неверный вопрос. Племя жалких безволосых обезьян, чей величайший талант изобретать все более хитрые способы уничтожать друг друга. Пусть страдают вечно или выбрут завтра, я и глазом не моргну. Тогда что тебе здесь надо? Какой дерзкий. Ну а как же касает квесты? А что если я помогу тебе? Твою цепочку можно доработать. Искренне сомневаюсь. Я и без помощи отлично справляюсь. Разумеется. Но если ты вдруг не догадалась по имени, я твоя... О, новые пушечки, это стильно. Прям как в Bloodborne. Отправь в церковь, отправь туда. Да, я буду отгонять малышей к тебе, как бы это ни было бессмысленно.
А, так вот это вот убежище наконец нашли. Мостовой камень, зачарованный камень, наполненный древней магией. Ага, нормально. Так. Можно с каждым поговорить? К счастью, нет. Ты кто такой? Вау, нормально. Так, здесь какие-то у нас лифты. Здесь какие-то дороги наверх. И с тобой можно поговорить? Или ты пока не станешь улучшать ничего? Улучшение. Что значит просто улучшение? Так, мне нужна сила духа. Давайте посмотрим. Все? Или это автоматически стоит? Видимо, стоит уже. Просто улучшить шипы презрения. Обломки адамантина. Угу, ну ясно. Пока ничего у нас нет. Будет дамаг? Нет, ну ладно. Куда идти-то? В какую-то расщелину, говорит, отправляйся. Ничего не понятно. Ну, пойдемте в какую-нибудь сторону. Как же я люблю лифты. Ага, и новая реликвия. Он еще одна пешка, которая никогда не понять игру, в которую она играет. И ему нравится звук собственного голоса, не так ли? Не он. Ты что-то сказала? Небольшое сохранение. Так, талисман греха можно использовать для поиска других героев. Ну, это понятно. В принципе, об этом нам уже сказали. Так, опять ты. А можно как-то его? Змеиные норы. Перекресток. Типа мы здесь, да, сейчас? Правильно понимаю? Да. Окей. Написано, можно использовать. А как его активировать там, я не знаю? Амулет. На, я случайно. До свидания. Когда, интересно, вот эту штуку можно будет? По идее, как-то сжечь надо паутину. Обычно паутина хорошо горит. Но это не точно. Артефакт ангелов могут использованы для улучшения оружия. О, может сразу прям вернуться? Ну, нет, я думаю, попозже. Становочки. Интересно, мы здесь были уже? Воу, вот это залет, чувак. Просто супер профессиональные ворота. Так много куда хочется пойти. Ну, давайте сюда сначала. Ай. Не та кнопка. Да что же вы со всех сторон-то? Так нечестно, камон. Так, надо вернуться. Форма хаоса временно обращает ярость в форму хаоса, сокрушающую врагов. Давайте проверим. А как это заюзать? Я прозевал, как это включить. Ага, вот на эти кнопки. Воу. Типа мы в какого-то этого превращаемся. Жесткая трансформа. А сколько она длится по времени? Есть инфа. Ну, определенно, данная форма уничтожает мои FPS. Так. Я забыл, как я это включу. Ну ладно, разберемся. Может быть, стоит магию качать. Выглядит минимум эффектно и... Как итог, довольно эффективно. Осколок ярости. Такие штуки можно было у торговца покупать. Так. Думал, спрячешься от меня, ништяк. Не в этот раз. Угу, и туда можно попасть. Ну вот вопрос, как? Сколько же уровней на этой локации? В плане того, что и сверху, и снизу. А еще я новые комбы подглядел. Адамантин. Вот. Вот эта штука мы видели, она нужна нам для улучшения оружия. И здесь он охранял. И еще немножечко душ. Ну что, в дырку падаем? Эх, люблю. А, я понял, что за форма хаоса. Это вот этот значок бесконечности слева от здоровья. Ну, не бесконечности, конечно же. В смысле, а кто будет умирать? Что происходит с тенью?
Может, так и задумано? Как-то у нее плохо с коммуникациями. Я бы не трогал непонятные штуки. В Dark Souls и так попадали в DLC. Плюс один спасенный. А, это лампочка, нормально. Я думал, тени у меня сломались. Так, опять что-то закрытое от нас. Ну ладно, разберемся. Ух, как же я люблю лазить по вентиляции. Ну теперь точно alert isolation. Какие-то жучки по стенам ползают. Прям метро Last Light. Вау, подземелье. Хочу ли я туда? Так, а здесь у нас телепорт. Сейчас мы активируем, чтобы посмотреть, как он называется. Называется... А, так это типа новая локация, как бы. Прикольно. Ну, раз уж мы здесь, давайте попробуем. Мне интересно будет, сколько мы им дамага будем ввозить. Просто если они будут слишком толстые для нас, мы сюда сразу не пойдем. Да нет, в принципе, ничего такого сложного. Вполне яйца можно разбивать? И нас никто за это не накажет? Так, а по воде ходить? В принципе, тоже важно. Ух, уже эти летающие враги. Нормально. И мы сюда, наверное, не запрыгнем, да? Или запрыгнем? Запрыгнем. Так, тут у нас нет ничего хорошего. Или есть? Воу, неожиданно. Будем знать. Тоже вылупится? Да. Прочитал. Немножечко души собрали. Хорошо. Собирать души не ошибка. Так, сверху ничего, значит прыгаем дальше. Хотя зачем прыгать, когда можно сразиться? Мистер Жук, будьте любезны получить немножко дамага. Так, никто не вылупается. И что за... По-любому какая-нибудь засада будет, проверяем. Я знал просто, чувствовал. Все-все, хорош комбо делать. А, мы теперь не вылезти, нормально. И придется по-любому обратно возвращаться и опять делать этот замечательный прыжок. Ну, это было несложно. Интересно, есть какие-нибудь аналоги факелов? Было бы не лишним. О, ништяки можно... Ого! Не знал, что ништяки могут падать. Так, сейчас будет Air Assault. Ой, еще один сзади пришел. Нифига не дамажит. Просто по половине лица. Так, ну я пока хилиться не буду. И здесь у нас еще немножко пуху улучшить. Вот интересно, только эти хлысты у нас будут по игре или еще что-нибудь потом дадут? Средний, ну, души, ничего нового пока. Остается мне, что нужно прыгать по балкам. В каких-то все яйцах непонятных. Такое, если здесь ходить, наверное. Так. Здесь у нас какой-то страшный... Так, надо похиляться. И, кстати, какой-то звуковой сигнал появился. А, звуковой сигнал сигнализирует о том, что я теряю хп. Так, сорян, не ожидал я. Запутался в управлении. Никак я еще к нему не привыкну. Двойные прыжки. Эй, подожди, мы не закончили. Прям потолще остальных. Интересно, это можно как-то открыть? Нет, просто решетки. А это выглядит как сундук, но это мусорный ящик. Фигово. Вау.
Вот это было супер стильно. Надо не забывать эти крутые атаки использовать. Так, кто-то еще будет сверху на нас прыгать? Угу. Ожидаемо. Угу, еще, вот это уже неожидаемо. А это можно сбить, интересно? Ну ладно. Не судьба, так не судьба. Интересно, куда мы в итоге придем? Так, и по-любому рано или поздно из этой штуки кто-то вылезет. О, осколки хаоса. Потом между сериями прочитаю, что они делают, и расскажу. Угу. Страшный монстр. Кто-то сзади. Эх, подло как. Да хорошего прикрывать. Как же они технично все сделали. Надо похиляться. Просто затоптали. Прям как в Марио. Так, что за звуки? Ты серьезно хочешь этого? Ой, походу, это какой-то мирный был. Ну, не знаю. Он нападал, я испугался. Прошу прощения, ничего не знаю. Так, ты что делаешь? Ты злой? А, с тобой поговорить можно, да? Так, вами кидаться можно? Так, и чё? Неужели мы сейчас будем вами паутину взрывать? Ну, я не вижу ничего лучше, как сделать вот так. Нет. Так, еще разок. Может быть, сюда? Нет. Ну не просто же так. Кокон вижу. Как-то... Ну не будем же мы в боулинг играть. В общем, вы не поверите, только я включил паузу, как отсюда... Нет, вот отсюда. Короче, смотрите, я, может быть, сейчас покажу. Это вылазит... Ай, все, я догнал. Вылазит, короче, этот жук, идет сюда, становится огненным. Просто в тот раз тот не успел зайти. И после этого я кинул его сюда, и он взорвался, короче, и сжег эту паутину. Ну вот, смотрите, сейчас. Вот он такой выполз. Опа, стал огненным. Вот, типа, зарядился. Все, мы его хватаем, целимся и кидаем вот сюда, например. После этого он взрывает и сжигает всю паутину, взрывается. Во, стильно. Так, слышу звуки. Ну какой страшный паук. Внимательность вроде как положено тебе позвать. Что-то не хочется мне туда идти. Сверху? А, ну снизу мы не пройдем. Окей, тогда сверху. Интересно, дают какие-нибудь дополнительные очки стиля? Там, не знаю, супер стильно убил. Супер стильно увернулся. Вау, даже подтягивает как-то, офигеть. Неужели новые комбо открываются? А вот с двумя я не готов воевать. Так, надо срочно ярость набрать и сделать супер атаку. А то что-то я по хпшке просел очень сильно. А сколько вас там, можно спросить? По-моему, очень много. Неприлично много. Нужно похиляться. Еще одного согрели. Я не на это рассчитывал. Почему цель не лочится, когда я за ней? Нос чешется. Все, разобрались. А, так хилки, кстати, от них заполняются. Так, а где мне огненного чувака взять, чтобы взорвать это все? Никак не взять? Ну ладно, или оттуда можно притащить. Хотя нет, я же, по-моему, упал в яму. А, нет, давайте попробуем. Сходим, вернемся и попробуем его сюда притащить. Просто если эта штука сработает, это будет, ну как, логично, в общем-то. Тут буквально два шага. Если это оправдает себя, мы, возможно, что-то скрытое найдем. Вот он тут стоит, любезно ждет. Пошли, дружище.
Да, по-моему, так можно было сделать. Нет, нельзя. Видно, у него какая-то задержка есть. Ну, ладно. Попытаться стоило. Так, походу, где-то здесь будет босс-паук. Да, новый босс. Здесь пропасть, сюда мы не пройдем, надо обходить. Опять ловцы снов. Ну, выглядит как грех еще один, очевидно. Знаете, что я думаю? Давайте попробуем слетать к тому мужичку и качнуть пушку. Кузница Творца называется. Да, заодно посмотрим, долгие ли здесь загрузки между левелами. По-моему, да. Поначалу быстрее все грузилось. Ну, хотя терпимо. Так, кузница Творца, нам вот сюда. Че ты скажешь, я тебе новую женщину привел? Надеюсь, ты доволен. Ты друга нашел себе? Давай поговорим. Так, улучшить оружие. Урон 74 стал. Отлично, плюс один. А можно как-то еще апгрейдить? Нет, нельзя. Ну ладно. А кто это такой? Ты был в первый раз здесь? Видимо, нет. Ну ладно. Так, ну пойдемте тогда продолжать туда, откуда вернулись. Не, картинка вполне приятная. Так, яма личинок локация? Нет. Разбитая станция, по-моему. Пройти через нору. Да, именно здесь мы остановились. Все верно. Или нет? Стоп. Я чуть-чуть запутался. Нет, все верно. Ты просто такой, на, посмотри на босса, но к нему ты не попадешь. Хах, классика. Какие-то очень страшные звуки. Где-то здесь. Так, точка плюс один, по-моему, не особо отличается от нулевой. Так, здесь, походу, опять огненные дядьки будут появляться. Так, куда идешь? Ты драться идешь? Нет, он просто такой, ну возьми меня, ну возьми. Ну пойдем. Ну ты же не огненный. Так, ловите его. Вот было бы здорово, чтобы он как Пэт в какой-нибудь линейке вместе с тобой бегал и помогал. Так, теперь можно еще будет оружие улучшить, если еще больше найдем. Очевидно, нам... А, так мы, походу, если бы взорвали, просто смогли срезать немножко. Так, где засада? Как-то странно, что нет засады. А интересно, что мы за смерть в итоге теряем? Так, ну я пока не знаю. Давайте его возьмем с собой. Вдруг он нам дальше пригодится. Потому что в этом месте ничего нам не может помочь. Может быть, чтобы прицелиться? Да, похоже, нам придется кидаться, но куда? Ну, туда, зачем? Сюда тоже непонятно. Так, вот сюда, видимо, да? Надо его сначала огненным сделать. Проверяем. Ты будешь огненным становиться? Так, как это работает? А, я догнал. Сейчас, вот так. Надо ее разбить, чтобы она выплюнула. Да. Просто прочитал. Давай, кушай. Вот он разгорается. Берем его и взрываем. Отлично. Раза достаточно. Пойдемте с этим монстром поговорим. Серьезно? Нормально, ладно. Вот это было неожиданно, так неожиданно. Заодно сейчас узнаем, что теряется при смерти. Так, нас получается просто откинуло. Мы потеряли немножко душ, ну, собственно, все.
Да и не так уж и много. Так, надо привыкнуть уворачиваться. То отъезжать от всяких слабеньких врагов не очень-то идея. И где наши души остаются? Вот это тоже интересно. Прямо здесь. Знаете что, прям на голову прыгнем и попробуем скинуть. Видимо, нельзя скинуть. Довольно обидно. Или можно? Серьезно? А, тут еще нора есть. Да подожди, ты, я души хочу забрать. Так, все, все забрали. Наверное, вот сюда не обязательно, хотя нет, скорее всего, обязательно. Так что пойдем сначала сюда. Так, что у нас тут? Люблю глубокие норы. О, новый человек. Помочь тебе, глупенькая. Даже без слов? Нормально. А интересно, это можно как-нибудь взорвать? Взять с собой жука? А, нет, вряд ли, потому что жуки через какое-то время взрываются. Так что это не вариант. Кто ж там борется, интересно узнать. Похоже на небольшую арену. Ну, погнали. Воу. Я его видел. Камон, зачем ты так неожиданно вылез? Так, а что делать-то? Ага, они ядом взрываются. Или нет? Я же вроде увернулся. Что за дела? Так, берем лок. Можно просто бить? Просто бить, по-моему, очень мало получается. Ищем альтернативные пути решения проблемы. Так, а если я просто сюда подойду? И мне, по идее, надо этого жучка найти. Насколько я понял. Тут огненная штука. Так, нам сначала нужно, по идее, достать этого жучка как-то. А как это сделать? Знаете, у меня такое чувство, что нужно тупо победить этого босса, мини-босса, и тогда все получится. Давайте это и сделаем. Ага, супер-атаки работают. Давайте супер-атаку, отлично. Может, скоро хаос даже форму заполним. Но это не точно. Нифига, дамаг по 100 с лишним залетает. Блин, оказывается, надо было не бояться. Только и всего. Вот, значит, этот маленький просто боялся выходить. Так, эта вещь дамажит, неприятно. Так, а если я тебя возьму сначала, и мы пойдем наверх, не хочешь ли прогуляться немножко? Или ты не можешь карабкаться вместе с ним? Блин. Тогда иди кушай. Далеко кинул, прости. Блин, братан, больно, извини. Иди сюда. На, иди становись огненным. И мы потом попробуем тебя наверх закинуть, просто без таргета. Так, иди сюда. У нас есть 5 секундочек. И бросаем. Но не сюда, а надо дальше пробовать кинуть. Ну, еще разок, вдруг получится. Либо они закончились. Такс. Выходи в гости. Идем сюда. Иди сюда. Давай скорее заряжайся. Так, теперь можно вместе с тобой... Нет, нельзя. А ты взорвешься? Да, взорвется. Ну, впрочем, ладно, я думаю, вряд ли так получится. Сразу пойдем, куда нужно. Так темно и страшно стало. А, я понял, как мы появились и где мы появились. А, можно, интересно, взорвать красную штуку?
Да, даже красный взрывается. Отлично. А, то есть нам в любом случае сюда нужно было идти. И в итоге... А, ну то есть все понятно. В любом случае пришлось бы делать то, что я хотел. А, это на время штука? Нифига. Вот это неплохо. Иди заряжайся пока что. Так, а как же это сделать-то? Нужно было просто двух в одно место притащить. И тогда все в итоге получается. Вот так вот. Отлично. Просто того, который был снизу, нужно было притащить наверх. Правда, догадывался до этого довольно долго. Ну ладно, правильные пути не всегда очевидны. О, на арену попали, наконец. Ты ангелы, что ли? Какой-то он жесткий. И, походу, я следующий. Так это босс или? Да, это гнев. Про него нам и говорил мастер-мечник. Так, мне нужны хилочки. А чё у тебя такая ранжа, дядь? Ладно, сейчас вернемся. Ну что, раунд 2, мистер босс. Постараюсь профессионально ворачиваться и не менее профессионально наносить урон. Пока выглядит несложным. Чуть-чуть не успел. Суператака. Нормально. По лицу дали. Пол хп. Где вторая стадия, родной? Забыл, что ли, вторую стадию дома? Ой. Ну, немножко дамага можно и получить. Воу, вот это неплохая атака. Так, а я полечусь. Нет, не успел. Да, ваншот. Нормально. Ну, стоило проверить. Так, мы снова разминаем лицо боссу. Он бросается своими топорами, это что-то новое. Довольно страшно. Давайте форму хаоса... Какие кнопки форму хаоса активировать? Я забыл. Во, иди сюда. Интересно, получится просто зажать? Да, получается, я тупо неуязвим в этой форме. Это хорошая игра, мне нравится. Изи мод просто. Ой, я снова уязвимый. И это не так круто. Ой, сильная атака, ну ничего. Я думаю, затанкую даже. Ух, ничего себе, вот это конский дамаг. Так, быстро хил, не кидайся. Ты что себе позволяешь, молодой человек? Ну, почти убили. Все, изи. Ты меня порезал? У-у-у. Что-то конь не приходит? А кто эту коняшку зарезал, эй? Это жестко. Вот и потух гнев.
Походу, нас спасли все-таки. Какая-то грязь тут происходит. Взял и высосал их просто, испепелил. Но вопрос, хотели ли они этого? Опять драться? Хорошие тамада и конкурсы интересные. Так, давайте в кучку. А, все что ли? Или они бесконечные? Это не просто проверка боя. Это демонстрация, всадник. Тебе не терпится в бой, твой хлыст готов к щелчку. Истинная правильность требует истинной прозорливости. Если это и была проверка, ее не прошу. Сдержаться и не поддаться порыву — совсем иное ведь сила. Избавь меня от своей мудрости. Я достойна возглавить всадников и докажу это совету. Семеро будут уничтожены вместе с их замыслами превратить мир в нечто худшее, чем апокалипсис. Очень хорошо. Тебе понадобится это. Пустота пламени? Для чего? Даже мне известно, что порой приходит время выбрать сторону. Возьми это оружие и знай свою я выбрал. Но поспеши, всадник.
Вау. Теперь оранжевые волосы модные. Ох уж эти сделки. Нажмите L, B и B, чтобы задействовать, атаковать. То есть у нас новые обилки. А, теперь у нас новое за какое-то... Типа, на квадратик мы бьем хлыстом, а на треугольник вот этой атакой. Только я все равно не пойму, как ее активировать. Так, а ты кто такой все-таки, страшный дядька? А, все, не хочешь говорить? Ну ладно. У тебя фонарик не нужен, волосы все освещают. Пустота пламени. Что-то меняется, когда я ее сжимаю. Чувствую, как ее мощь пульсирует в ладони. А, теперь мы можем спокойно паутину разбивать. Могли бы и сразу такую штуку дать. Вы еще скажите, что я... Серьезно? Вау. Ну, это уже next level. А, ну прыгать здесь нельзя, окей. Серьезно? Вот это стиль. Так я вот туда хочу теперь залезть. Не, не получается, да? Так, ничего так. Еще ворачивай. Так. Надо проверить, как эта штука работает. Вот так. Что-то не вышло. Значит, надо пониже, да? Угу. Ну, то есть сюда мы просто можем достать. А можно вперед, интересно, ускоряться? Нет, как бы по диагонали вверх. Блин, ну это очень круто, что и говорить. Так, а нужно ли нам сюда? Серьезно, механизмы всякие. Ух, как я люблю механизмы. Так, и то есть мы куда-то попадем, если сюда встанем. Ну давайте глянем, куда мы попадем. Потому что, возможно, сначала нужно еще какие-то механизмы. Что-то еще и телепорт, да? Да. Так, ну я думаю, что здесь можно будет закончить. Скоро вернемся. Большое спасибо за просмотр. Всем всего хорошего и удачи!